На 9-м международном форуме птицеводов стало известно, что Казахстан в ближайшие годы планирует полностью отказаться от импорта мяса птицы и нарастить его экспорт за рубеж. На сегодня в Казахстане у нас 58 птицефабрик, мы производим яйцо более 5 миллиардов, которому 100% себя обеспечиваем. Да? И мясо птицы в прошлом году 282 было. Ну, сейчас крупные 2-3 птицефабрики строятся. Я думаю, через 2-3 года мы уже полностью себя по мясу птицу обеспечим. И потом остальное мы будем за пределы республики продавать. Спрос на мясо сейчас очень большой. Тем более, сами знаете, мусульманские страны, исламские страны, да, рождаемость очень большая, потребителей очень много. Поэтому у нас ориентир туда, в сторону мусульманских стран и Китая. Однако для реализации этих перспектив нужно не только строительство новых птицефабрик, но и устойчивое развитие действующих, чего сегодня удается достичь лишь благодаря поддержке государства. За последние годы кормовая база выросла, зерновые, масличные, в общем, все медикаменты, оборудование и так далее. В общем, обозначился ряд проблем, которые не по силам многим птицефабрикам, которые или начинают, или не имеют определенный ресурс. Вот. В связи с этим очень важна поддержка государства. И вот на данном этапе мы в Казахстане находимся того, что возвращаются субсидии, без которых, наверное, в данный момент птицеводство, по крайней мере, яичное, просто-напросто, наверное, не выживет. Такое шаткое положение у птицефабрик остается из-за нерешенных проблем в отрасли. Основная проблема у нас на сегодня, говорят же, мы потеряли науку. Мы потеряли племенные дела. У нас в Казахстане, кроме зернового участка, ничего нету. Мы это все, это племенная птица, это оборудование, это вакцины, витамины. Ну, все то, что для птицы нужно, мы все покупаем за пределы. Поэтому прежде чем выйти на экспорт, необходимо решить эти нюансы. Иначе казахстанские птицефабрики попросту не смогут конкурировать на мировом рынке.